Традиционно в поселке совхоза имени Ленина любое мероприятие больше, чем просто концертная программа. Муниципальный центр культуры подготовил для детей и взрослых творческие мастер-классы и аквагрим, интерактивные зоны, выставки и викторины. Поздравляю вас с главным государственным праздником нашей страны, с Днем России. И смело сегодня можно сказать, что этот праздник является такой показателем нашей мощи, единства нашей Родины. Каждое такое мероприятие – это не только повод продемонстрировать мастерство учеников и преподавателей Центра культуры, но и способ познакомить публику с новыми проектами, воплощенными в том числе и с использованием современных технологий. Сегодня мы презентовали свой онлайн-проект «Россия, Родина моя». Это проект в онлайн-формате проходит. Мы подготовили много информации о нашей стране по каждому региону. И каждый человек может сегодня к нам прийти на праздник, отсканировать на нашем баннере QR-код и перейти по ссылке, почитать о достопримечательностях нашей большой страны. Знакомиться со своей работой и другие муниципальные учреждения. Например, библиотека поселка представила летний формат работы с читателями, который используется уже много лет и называется «Библиотечный дворик». Мы выносим стол около библиотеки, выносим стенд с книгами для буккроссинга, люди приносят жителей и нам книги, какие-то возьмут со стенда, возможно. Вот. Также мы выносим детям настольные игры, проводим какие-то викторины литературные. Поздравить жителей и гостей поселка пришли представители Картинского территориального отдела и сопредседатели движения «За совхоз, за людей, за достойное будущее» Мария Гаевская и Артем Грудинин. Россия – это и земля, и культура, и традиции, но прежде всего это люди, это мы с вами. Счастья вам, здоровья и мирного неба над головой. Пусть процветает каждый из нас и наш общий дом – Россия. А на сцене поднимали настроение собравшимся творческие коллективы Центра культуры. Исполнялись вокальные, хореографические и музыкальные номера в исполнении группы «Сашки Наташки» и «Трио гармонистов». Настроение отличное, спасибо за организацию. И очень приятно, что больше для детей сделано. Дети все увлечены, всем все нравится. Продолжится праздник выступлением театра песни «Столица» с играми, танцами и хороводами. Максим Козлов, Ольга Садовская. Видное ТВ.